Всем привет, с вами Swordflame, это Resident Evil Revelations, эпизод 6, кошки-мышки. Where could they be? Anywhere. Let's get started. Ну что ж, мы высадились за Криса и Джессику на корабль в поисках Джилы Паркера. Конечно, зачем нам план, Джессика? Ты мужикам не нужен план. Сейчас не время. Не время поменять детали, чтобы сделать нормальное оружие? Ну, ты меня расстраиваешь, Крис. Не надо так. Ну, нам же лучше, если нас первых найдут. Самим не придется ничего искать. Ты чего, Джесси? Это же замечательно. Импульсная граната, которая парализует врага, ослепляет. Ну да, там как бы идет паралич. Прикольная штука. Но она не дамажит врага. Второй лапщий задел. Джессика. И задел нас. Два раза могу отсканировать еще пока. Все враги более свеженькие. Вероятно. Из-за простых уже мало дает. Thank you.
Так, а ты откуда залез? Сзади, что ли, пришел? Большой чувак. С тобой разберемся. Так, все. С этой стороны к нам не должны зайти будут. Так что будем встречать врагов отсюда. Лицом, так сказать. К врагу. Не, ну они же должны кончиться. Когда-нибудь. Что мне не нравится, что это прям сзади меня могут враги появляться. Вылазить там откуда-то. Из дырки какой-нибудь. Вообще так без звука подошел такой. Куда быстрее-то? Что, пойдем осмотрим, всех ли мы зачистили. Вероятно, всех. Иначе бы они сами поднимались к нам. Ручная граната. А почему не время-то? Могли бы дать мне использовать сундук. Хотя все равно нам не дали новых деталей, так что смысла нет. Так, нам сюда надо, вероятно, будет идти. Давайте назад. Я там не все обыскал. Все-таки обыщем. А там пришлось много патронов потратить. Так, где что-то есть. Это что-то, скорее всего, наверху. Именно так.
Ну хоть гранат надавали. Уже хорошо. Поэтому мы не зря вернулись. Граната, аптечка нам понадобится. Паркера. Был такой фильм Паркер со Стэтэмом. Если бы здесь был этот же Паркер, он бы тут сам все зачистил уже. Замочил бы всех красиво, как в боевичках. И нам бы не пришлось делать всю грязную работу самим. Так, следуйте к силовому блоку. Так, проверим второй лифт. Как не работало. А где остальная часть фразы так и не работает? Как обычно. Ничего не хочет работать. Ну, а травочка. Локация подгружается, двери 3 часа открываются, вот эти. Ну же, давай. Да. Это ломится в дверь. Оп. Сразу два жирных. А насколько мы помним, жирные они не только по внешнему виду, но и по хпшечке.
Значит, мы как-то быстро уделали, они так быстро исчезли. Все-таки мне кажется, эти были потоньше, чем основной. Ну, не основной, тот первый, который был, когда мы дрались. За Криса и Паркера с ним, с одним. Так, вот они еще выставляют такие ловушки. Капканы такие. Вообще интересно, как они их делают, из, блин, не знаю, из себя, что ли, как-то, из своей массы. Какая дверь? Она сюда, значит. Посмотрим, что там. Да, Джилла Паркера мы тогда захотели сюда. Но сейчас тут все закрыто. Очень странно. Так, спускаемся вниз. Снова вид врагов, доходящие бомбы. И скажу я вам, их лучше не недооценивать. Не потому что дамагают очень сильно. Это слизь такая. Сейчас возьмем. Автомат. Не совсем помню. А, ты чё меня задамажил-то тут, эй? Ты. Сейчас на тебя быстренько. Обработаем свинцом. Так. Еще ходящая бомба. Хочу тебя отсканировать. Я хочу тебя отсканировать. О! Он сразу второго задел взрывной волной. Отлично. Их можно использовать, как видите, и для своей выгоды, этих взрывных врагов. Прям много врагов наставили нам в таком узком коридорчике. Вот он так тупо стоит. Сканируем. Пока безопасно. Так, пока не реагирует. Еще раз сканируем. Если в игре не надо было сканировать, меньше бы времени уходило, конечно. Но что поделаешь. Атаку. Другие два там так стоят. Ничего не хотят делать. Там этот, блин, с лапами такими. Кромсатель. Кромсатель живой еще, да.
Ну чё ж живой-то, а? Какой. Блин, сейчас. Какие, блин, живущие-то. Ну все, патронов совсем мало осталось. Подкиньте хоть что-нибудь, блин, я вам гранату подкидываю. Граната хорошо, но... Блин, патроны. Как, блин, подстава. Тыкнули в такой узкий проход взрывного. Ну, все правильно. Здесь они наиболее опасны. И в больших скоплениях врагов. Что-нибудь есть? Что-нибудь? На лифт сломан. Жил тогда на нем, уезжала. Ну что, тогда поедем на этом лифте. Блин, что же все на карточке, да, закрыто на этом корабле? Так, а где вода? Очень странно. Все же вроде бы должно быть затоплено. Не работает. Я не хочу, там много врагов, я не хочу к ним. Серьезно. Придется зайти все равно. Хотим мы этого или нет. Так. Где там? Умер этот с руками. Да. Ну и отлично.
Блин, я высадил больше обоймы. Сколько же, блин, можно? Ага. Там идет взрывной. Мистер Взрыв. Так. К сожалению, не получилось сразу его замочить, чтобы сэкономить патроны. Потому что я решил отбежать. Много так врагов сразу. Без палева так. Сейчас ты бомбанешь. О да. Да, больше патронов. А почему нельзя взять-то еще? Вообще, а? И травки максимально количество. Ну ладно. Возьмем-ка дробовик. Что-то я опасаюсь. Да. Так, возможно, мы можем не убивать этого врага, пойдемте дальше. Я предпочитаю сэкономить патроны. Что у нас там? Здесь все закрыто. Да, пришлось и здесь убить всех врагов, к сожалению. Потому что я подумал, что я смогу там обойти. Но, увы. Игра решила меня обломать. Nobody home. Thank you.
is not good. There must be some way. А, плыть. Я играю на геймпаде, потому что... Так, куда нам нужно плыть? О, мы видим панталоны жил. Ну что ж, Крис и Джессика оказались на другом корабле. Так. Давай. Давай, ломай. Почти открылась. Придется, похоже, найти другую трубу. Так. Ну, мы можем проплывать прямо через эти штуковины. Так. Я, кажется, застрял. Давайте назад. Где у нас очередная труба? Интересно вообще, откуда эти трубы здесь? Вероятно, что-нибудь при потопе сломалось. И столько. Так. Давай же, Джилл. Уже можно сканировать наперед. Так, а что это для винтовки? А-а-а, места нету. Плохо дело. Для оружейна РБК. Ну что ж, если бы мы играли в стандартном костюме, мы бы не смогли увидеть панталоны Джилл. А так, и все нам показало. Бесплатный стриптиз. Да еще и в водичке. Говорят, закрыть переборку. И где эта переборка находится? Вот мой основной вопрос. Блин, я ж хотел выстрелить. Что-то он не выстрелилось. А? Где ты? Ладно.
быстрее будет пробежать, разбираться с ним. Спасибо вам. Другое место, рыбки, поплавать. Ну что, в воде вы уже не такие сильные. All right. That should hold us for now. I'll check the control system. Damn it, I don't have a signal. Antenna array is out. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. The observation deck. We can climb up there from the hall. Нужно отрегулировать антенну. Улучшение и урон мы нашли. Так, 120, 110. Пожалуй, сменим на MP5. Урон. Ставим оглушение. Пока не будем менять оружие, потому что в снайперке у нас тоже не так много, отдать всех на простых врагов не хотелось бы. Простите, зомби. Хотя вы не зомби, но я пройду вас. Я думаю, вы не обидитесь, что я не остался с вами на чаек и лакомство из человечины. Что же нам делать? У нас есть лифт. Значит, мы зайдем в лифт. Так, пропусти меня, Паркер. Так, что, нет? О, да. Я уже думал, нет, нам придется возвращаться к тем ребятам. Queen Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Have you been able to locate it? No, but I've got my top people on it.
how much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area, see what you can find. Roger that. Что это с рычагом? Он прыгал туда-сюда, вверх-вниз. Это глюк. У нас так два пути. Так можно и запутаться, куда идти. Честно. Я ищу. Ну да, она точно не сюда. Хорошо. Тогда вернемся через тот путь, по которому мы уже проходили. Так, у нас есть одно яйцо и второе яйцо. Граната. Эти враги очень опасны, они ваншотывают. Это у них только одна атака, ваншот. Так что с ними желательно очень быстро разбираться. Использовать для этого что-то по типу автомата скорострельного или снайперку. С одного-двух выстрелов должны умирать. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Надеюсь, эта комната по-прежнему закрыта на этом корабле. Did you hear that? Конечно, он слышал, он все слышал. Сколько у нас пистолетов, почти нет патронов. Мы сделаем так. Пойдемте проверим бассейн, который мы несколько частей назад запускали очистку. Он должен был уже очиститься. Там можно будет найти еще патроны. И сейчас мы этим займемся. Попутно убив те яйца. Так что из них вылупятся враги.
Вот, собственно, и они. Два выстрела и смерть. Так. Что, ты у нас пока не хочешь вылупляться? Ладно. С еще два. Нет? А ты? Тоже нет? Окей. Так, вот мы очистили бассейн. Ну, типа, посмотрим, поплаваем. Что тут у нас есть? Так, тут ничего. Патроны. Патроны к магнуму, а где ж сам магнум-то? Когда он так нужен? Улицей. Так, мы на другой стороне бассейна выплыли, и сейчас тут соберем все плюшечки. Ибо лишними они уж точно не будут. Процентов-то дали 27. Неплохо. Так, для пистолета нашли патроны. Так, ну, вот и все. Можно отсюда уплывать. Ну, не, вот еще место. Так, ищем, чтобы просканировать. Есть след. Ну, отпечаток. Потому что след это все-таки от ног. Насколько я знаю. Может и для рук можно говорить, но обычно все-таки след это от ног. Че же эти ребята не хотят бы уплеться? А ты, дружок? Интересно, почему? Ну ладно. Я же сэкономлю патроны. Смысл их тратить просто так на врагов нет смысла. Ну, на таких, которых можно обойти. Или которые сами не хотят нападать.
Это лифт не работает. А нам нужно снизу в лифт зайти. Так, где тут ящик? У нас сперва ящик с деталями. Посмотрите. Вот он. Большой магазин и заряженный выстрел. Заряженный выстрел. Ток для пистолета повышает емкость. Ставить. Или пистолет. Что возьмем пистолет? Ну что ж, заходим в лифт. Что, поехали, парк? Давай. Стреляй, Паркер, давай. Стреляй же, ну же. Почему Паркер не стреляет? У меня к тебе большой вопрос, Паркер. Чё ты не стреляешь? Помогай мне. Стоит тут просто так. Это один из хороших примеров глупого напарника бота. К сожалению, почти во всех играх, если напарники есть, и они боты, они тупые. Наконец мы здесь. Ну конечно, сам стоял там, ничего не делал. Коробка мешает пройти. О, о, кто это у нас такой-то, да? Кто это у нас? Бежит. Кому надо? Им там вся броня. Надо попадать. Нужно еще так клоняться. Стрелять ему в руку или в лицо, во все незащищенные его точки.
задел меня. Давай, Паркер, стреляй по нему. Ну же. Так. Вот так. Босс можно много сканировать. Если он даже мертвый, я сколько раз могу его сканировать. Ну, конечно, мало процентов дают, так бы давали больше, но... Мне сейчас не сильно критично, хоть и нет аптечек. Так что я могу себе позволить не сканировать его, пока он живой. Достаточно легко убили. Ну, это потому что нормальная сложность. На харде он посложнее будет. Ну, и в дополнительном режиме рейд он тоже есть. И там на максимальной сложности он тоже достаточно жирненький. Конечно, если у вас получается хорошо уклоняться, то можно просто постоянно стоять к нему лицом на расстоянии и уклоняться, когда он набегает на вас. У меня не так-то хорошо получается, поэтому он все-таки по мне попадал. Antenna is up above. Антенна наверху. Ну тогда. Так, ладно, посмотрим, что мы за деталь получили здесь. И пойдем к антенне. Урон 3.
Да. Все, у нас свежий есть урон, значит поставим сюда урон. Все, снайперки и так большой урон, но девать некуда детальку. Так она будет хотя бы применяться куда-то. Приносить пользу. Так, не понимаю, что можно просканировать где-то. Первый дневник агента Вельтра. 2004 год. Наконец-то мы реализуем свой конечный план. Придумал этот план наш лидер и соратник Джек Норман. Впервые услышав его, мы сомневались, что его удастся провернуть. Но сейчас настало время претворить этот невероятный план в жизнь благодаря стальной воле товарищей и тому, кто поддерживал наши идеалы своими властью и влиянием. Он подготовил эти корабли для нас. Эти лайнеры класса люкс, символ деградации человечества. Они станут подходящим вместилищем для вируса, который произведет очистку человечества. Мне поручено войти на борт королевы Зенобии для выполнения нашей миссии. Бернард Корти. 2004 год. За 12 часов до начала миссии. Тело дрожит, и я не могу унять дрожь. Может, это волнение... Или страх, или и то, и другое. По секретной лаборатории в скловом блоке снуют странные организмы, созданные вирусом. Вирус растворим в воде, и тот, кто выпьет такую воду, превратится в монстра. Следящее биооружие выброшено вне объекта. Оно разнесет вирус по земле. Упадочное бельмо, которое является собой плавучий город, скоро превратится в сущий ад на земле. Мы должны создать людям ад. Иначе они навсегда останутся зашоренными. Так выразился Норман. Если наш седой финансист верит в Нормана, то мы, служащие ему, тоже должны верить. Бернард Корти. Так. Что же можно просканировать? Наверное, там уже. Так, тут уже не светится, или нет? Или светится? Светится. We got a lot more than we bargained for on this ship. Yeah. We've been fighting for our lives this whole time. I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. Да, значит, все-таки что-то внизу там было. А смогли мы просканировать именно отсюда. Окей. I'll check the antenna's wiring. Да ты у нас прямой электрик. И механик. И спецагент.
Надо, чтобы они не пересекались. Вот так. Получился такой ромбик. I think that should do it. We'll give it a shot. I hope it works. This is Vermilion. Headquarters. Do you read? O'Brien here. Are you two all right? We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. I know. The whole thing was a setup, and we fell for it. How do you know? How do you know it's a setup? What is it, boss? Say something! Just stay put. I've got an emergency call. No, wait! Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion. Looks like somebody's found a Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Parker! HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites have destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Конец 6 эпизода. Увидимся в следующих видео. С вами был Squirtplay. Подписывайтесь на этот канал, если хотите видеть больше видео. Всем пока!